На улице Советской произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель сбил пешехода. Сегодня в районе 2 часов дня подросток переходил дорогу по пешеходному переходу от дома номер 6 по Советской улице в сторону кинотеатра «Искра». Точнее, ехал по проезжей части на самокате. Именно такую версию произошедшего выдвинул водитель автомобиля. Вылить его на тугом самокате я просто не успел среагировать. У него была большая очень скорость. Что у него было? У вас была большая скорость? У него скорость большая была. На самокате он скатился со скоростью, вот тут развернулся и поехал вниз. Я вот его вот тут вот догнал. Угу. Как-то какую-то помощь первую оказали? Ну, сразу подошел к нему, посмотрел, что он живой, разговаривает. И какой у вас стаж вождения? Сейчас скажу. 27 лет. На место ДТП тут же прибыли сотрудники госавтоинспекции и скорая помощь. Полицейские взяли показания у водителя. Ему предстоит пройти медицинское освидетельствование. А мальчика доставили в приемный покой Видновской районной клинической больницы. Врачи направили пострадавшего на обследование. По словам медиков, жизни молодого человека ничего не угрожает. О степени травм пока говорить рано. В любом случае он был госпитализирован и в ближайшие дни останется в стационаре. Будьте внимательнее на дороге и помните, что переезжать дорогу на велосипеде или самокате запрещено. Нарушение правила опасно для жизни. Сегодняшний случай – лишнее тому подтверждение.